У меня есть система по восстановлению суставов. Это доказано результатами людей. Их очень много, этих результатов. Поэтому, что нужно? Физиология, не лечение. Вот поверьте, именно правильный подход восполнения дефицитов. То есть работа с причинами, а не со следствием. И первое, что нужно, принять решение, что вы хотите здоровые суставы. И начать работать. И первое, что нужно в этом, это вода. Плюс движение. Для того, чтобы все начало у вас работать, вы должны двигаться и выпивать норму воды. 30-40 мл на килограмм веса правильной щелочной биодоступной воды. Вот такая вода. Спросишь у меня, что за вода, я объясню. Дальше. Второй этап — это будет очистительная программа для того, чтобы убрать все те патогены, которые мешают усвоению питательных веществ, и убираем паразитов, потому что часто грибок разрушает сустав. И третий этап — это восполнение дефицитов. Что нам нужно? Это аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, полинасыщенные жирные кислоты или рыбий жир с лецитином вместе. Нужна полезная наша флора, нужна клетчатка. А продукты, которые именно работают для суставов, они входят вот в то, что я сказал. И вот хит-продукт — это биалурон. Это гиалуроновая кислота с хондроитиносульфатом, с витамином С, производится в Германии. Это лучший продукт на рынке, именно тем, что он усваивается и дает результат. Но это не за один месяц восстанавливается. Дальше. Все наши связочки, все, чтобы поддержать, и основной наш белок, и клей, я называю, в организме, это коллаген. Он должен быть пептидным, в жидкой форме, морской, из дикой морской рыбы, и дозировка 10 тысяч миллиграмм. Тогда он будет работать. На это надо время и терпение. У кого есть желание, спрашивайте, где это приобретать. Я буду консультировать, консультация бесплатно. Вот здесь в шапке профиля нажимайте на зеленую футболочку, где я одет в футболке. И там есть мой номер телефона, на котором Viber, WhatsApp, Telegram. Я все подскажу, проконсультирую именно ваш случай. И мы со временем придем к тому, что вы ждете.